Здравствуйте, Галина Ивановна. Надо человека на четверть ставки сантехника принять. Спасибо. Еще не всех алкашей на районе собрали. Что, простите? Вы, может, не заметили, он даже на работу пришел устраиваться с бутылкой. Ваше мнение очень важно для нас, поэтому возьмите документы и оформите без звукового сопровождения. Ирина Павловна, да не обращайте внимания. У Галины Ивановны муж ушел. А я вот просила всем рассказывать, а? Ты куда лезешь-то? Давайте телевидение позовем, сюжет снимем. Достали. Мы вам, конечно, сочувствуем, но давайте вы будете свои личные проблемы оставлять за пределами салона. А на работе будете исполнять требования руководства. Павел Павлович был руководство, а вы так пена. Сочувствует она. У кого мужика нет, тот не поймет, что значит, когда муж ее бросил. Ну что значит мужика нет? Стоим молча. Если вы сейчас выйдете, вы выйдете навсегда. Засунули эмоции туда, откуда достали, и приняли человека на работу.